У спортсмена Гомельской области олимпийская бронза. Сегодня у Рио-де-Жанейро отбылся финал у веслования на байдарках. На 500-метровой дистанции Беларусь представляли Марина Литвинчук, Вольга Худенко, Надея Лепяшко и Маргарита Махнева. У финал на этой дистанции белорусский экипаж пробился довольно легко. У отборочном выпробовании байдарочницы финишевали першими. До розыгрышу медалей их допустили без полуфинальной стадии. Конкуренция ж у финале была надзвычай серьезной. Венгерки приехали у Рио у статусе фаворитов и не сдивили никого, амаль одразу захопивши лидерство. Опередить их спробовал только немецкий экипаж, однако не сдолел. На пятки представницам Гомельской области наступали украинки, однако наши спортсменки свою третью позицию никому отдавать не збирались. Дарэчы, п'едестал у параўнанні с Лондоном 4 года тому не зведал змен. Венгры на первом месте, немки на другим, у Беларуси бронза. Каб завоевать золото, Марине Литвинчук, Вользе Худенко, Надея Лепяшко и Маргарите Махневой не хапило амаль 2,5 секунды.